Вообще, конечно, велотоход очень удобный, вид транспорта. Всем рекомендую его держать под рукой, особенно если хотите проехаться по лесам, по бездорожью. Мы прямо в речку едем, ой-ой-ой-ой-ой. Форсаж. Мне бабушка говорила, здесь было раньше 500 домов. А здесь была жила знахарка. В детстве я частенько ходил сюда в гости. По соседним деревням поехал, когда где я тоже в детстве там время проводил, и ну, просто слезы на глаза наворачиваются. Здесь даже говорить хочется тише. И вот когда вот эти люди появляются на стенах этих разрушенных домов, эффект получается очень сильный. Не знаю, но мне хочется просто плакать.